Ульяновский район привлекает жителей своей красивой природой и расположением. До областного центра несколько десятков километров. Здесь выращивают сельхозкультуры, выпускают известную на всю страну минеральную воду, добывают полезные ископаемые и занимаются палеонтологией. Сделать свою малую родину комфортнее – задача жителей и местных властей. В первую очередь на стратегической сессии озвучили проблему демографии. Нет творческих площадок и мест для отдыха всей семьи. Я предложила развить центры семьи, где будет оказана помощь молодым семьям, многодетным семьям, где будет организована психологическая помощь, где будут организовываться праздники. Учитель физкультуры Сергей Хайдаров предложил участникам использовать в работе аварийные дома, а вернее снести их, а на месте построить спортивно-развлекательные площадки для всех возрастов. Для детей – качели и батуты, для подростков – баскетбольные скейт-площадки, для взрослых – спортивные системы. Дети будут нравственно более воспитаны, потому что на этой территории будут пересекаться разные поколения, разные возраста, и они будут так или иначе друг на друга влиять. Далее – физическое развитие будет влиять, и это будет влиять, начиная с детского сада, потому что этот комплекс подразумевает именно для разных возрастов. Также от жителей поступило предложение проложить газопровод в селе Дубравка. Желание обещали исполнить в ближайшие годы. В ближайшее время запланировано по программе это газификация Ульяновской области, проведение газопровода протяженностью 13,5 километров в Дубравку. В ближайшие годы, наверное, перспективы будет обеспечен населенный пункт системой газоснабжения. Среди инициатив были и очистка Свияги, создание на берегу туристического комплекса, установка аттракционов в Ундерах, строительство спортивно-оздоровительного комплекса. Инициативы войдут в народную стратегию развития муниципалитета. Анна Тищенко, Управда ТВ.